смотрите, мы с вами делаем. Подплечный подсад от руки, от руки, от ноги, от ноги руки, от той ноги двойки. Да? То есть все делаем. Теперь. Он либо малаша бьет, либо low kick, либо middle kick, либо high kick. Вообще не имеет значения, что он будет делать. Значит, он бьет рот ногой. То есть мы делаем все то же самое. То есть что делаем? Все то же самое. То есть быстро. Основная задача при вот этом. Первое. Во-первых, мы кручиваем. Мы его принимаем, смотрите. Какая набивка. Да, то есть идет туда. Видите, куда он идет? И мы заносим сразу, видите? Сразу все. Вот это удар рука, даже если человек сирийен, то захочет ударить, то... Это, у него в деньгах. Это кто у нас серебряная копытца? Деньги с карманом не скакивают, стряхивается, видите? То есть основная задача, во-первых, это раз, во-вторых, после этого ничего не будет. И удар-то гасится, то есть он не будет дальше не вкладывается, просто не сможет вложиться, потому что сразу все сокращается. И не до этого уже будет. Даже если ты очень сильно не попадешь, сработает рефлекс. Мозг без вас знает, как себя обезопасить. Без вас знает. Тем более это происходит внезапно. То есть ясно, да? Все то же самое. Да! Прямой бил. То есть ничего не меняется. Я делаю это же движение, только оно идет вот отсюда, а я ничего не меняюсь. Фу! Он попадает в ловушечку в эту. Все организовано таким образом, бьет сюда. Да! Разницы никакой. Бьет сюда. Да! Разницы никакой. Просто у нас все организовывается, оно само по себе. И ударили в пах. Так мы туда идем. То есть идет задача. Сразу. А руки вылетают точно так же, бьют. Мы раз, раз, два, три. То есть так это все и прокатывает. Напоминаю, после этого, чтобы, ну, иллюзий, чтобы не было. Да! Да? Чтобы потом туда. Чтобы вот это вот. Это со стороны эту карту стоит ничего. Вот свидетель. У нас один был человек такой, Виталик, он вышел. Им тоже килограмм 62-63 был, да, по технике? Я не знаю. С Игорьком. С Игорьком. А в том 135, наверное, было. Это он его что-то вытащил там, оказывается. Он вообще, ладно. Он как бы дал. Ну, Виталий, он, по-моему, еще на зоне в то время был. Да. А я в тот дом пришел. Как ему дал вот эту серию. Просто по лицу. Мясо. У вас. Простые вещи. Без кулаков, без ничего. Разница больше, чем в два раза вес превышал. Поэтому понимаете, что будет, да? Видели? Видели. Сами попадали друг к другу, тоже поощущали. Вот и сейчас лапы были еще. Вот можно. Все же очень просто делается. Вот когда сидят, знаешь, мне очень понравилось высказывание. Какое же высказывание, кого писателя? Он говорит, тот, кто не стал писателем, тот стал критиком. Ага. То есть вот у нас все критики, они писателями не стали, то есть они как бы. Ну хреновый писатель, понимаете, получается. Поэтому тут очень просто все. Ставишь лапу, да, перед на морду, ставишь лапу и все, а другой тебе пусть всосет пару раз. И все. Вот так. И сразу все становится ясно, как там, хорошо ли, плохо ли. Фигня это или не фигня. Все становится очень просто. Все ясно и понятно. Бери и пробуй. Хочешь, я тебе зуб выбью? Да, да иди сюда. Вот все. И выбиваешь зуб. Нет, слабенький удар у тебя, не выбил ты зуб. Не умеешь ты бить.
Или как заводится спор. А что сильнее? Да ну нахрен, в своем пах никогда не пойдешь. Вот лоу-кик, вот это удар. Обычно всегда такое предложение делают. Давай, ты мне лоу-кик, я тебе по яйцам. И сразу. Вот вы сразу заулыбались, да, захихикали. И сразу. И то есть мы все-таки все понимаем, что это неравнозначно. Ну когда хрен ли тогда сидеть и что-то выступать? Что удар по яйцам, есть удар по яйцам. Что он тебя сразу положит нахрен. Согнет в тайбанину и положит. И зачем мне прыгать там? И двоечку, и троечку, и крюк, и апперкот. Зачем мне нужно? Поэтому мы сразу сажаем. Идет удар. Ох, смотри, тут не идет. Сразу сюда. Вот он сразу. Он живой. И туда его. И туда его. Все. Нет времени, нет даже сообразить. Даже если как-то там не очень сильно, реакция все равно работает. Человек все равно сгибает. Это рефлекс. Безусловный рефлекс. Мы его не можем вот так накачать. Вот он идет, а ему идет. Ему он идет. Это только наркоман так может делать, который ничего не соображает. И то через 15 секунд приходит. И то приходит. Нет таких людей, которые идешь, он прям наркоман. Нет. Поэтому еще раз. Удар. Вот мы делаем. Видите, руки тянем все. И здесь все. И туда. И туда. Опять нужно, мы умеем научиться работать. Коль мы делаем с вами подплечный подсад, делали от одного, так значит от этого надо делать. Значит, и от этого тоже нужно делать. От всего можно делать. Все равно мы с вами приспособимся делать. Потому что если ты научился чему-нибудь одно делать, нужно. Если тебе понравилось это, да, можно это делать, и все это считать, что ты одно учил, это будет. Точно так же, как мы на боковом делаем. Вот подсад сделал, то же самое. Реакция не намного. Промахнулся, то есть я ожидал. Конечно. Понимаете? То есть это ко всему можно делать. Хоть от того удара. Оп, какая разница. Какая разница, чего делать. Если ты на это научишься делать, ты будешь на это делать, рефлексировать, значит, все у тебя пойдет хорошо. А мы это и делаем, чтобы загнать это в рефлекс, чтобы у нас тело начинало сработать, не думая, а потом уже вы это применяете. Поехали. Не застревай, вот здесь ты всегда паузу делаешь, внизу. Внизу. Да, отлетел, все. Вот, отлетел. Не-не-не-не, она как рука, вылетает сразу. Вот. Расслабь, руки пусть летят, как хлысты летят. Вот. И потом правой заканчиваешь. Вот. А правой заканчивай, чего не заканчивай, конечно. Володь, два удара идет. Шея под духа, потом в голову. После паха. Шея. По уху, да. Сюда тоже по шее, по духу. И все, иду. Не надо жалеть. Щелкай. Привыкайте, по роже получать. Ты бей ему по морде. А это он пусть сам там защищается. Не держи в плечах удар. Опять ты как это, по кроличью. Не держи. Вот. Свободнее. Расслабляй плечи. Настоящий бей. Вот.